925 29.10.2021 года, что лица старше 60 лет должны находиться на самоизоляции, которые не привились, не имеют QR-кода и не переболевшие коронавирусом. Покажите печать, роспись, я должна это узнать, я не видела. Такое постановление опубликовано, оно является... Какое постановление? Вы только подписали. Я вас предупредил. Скажите, почему вы сегодня вышли? Тут ее давай отговаривай. Она всегда выходит, вы вообще-то, знаете, по субботам стараемся. Много. Мы всегда поддерживали и поддерживаем Сергея Ивановича. Да. Мы Сергей Кургал. Вот сейчас сотрудники полиции вас предупредили, чтобы вы разошлись, но вы почему-то не расходитесь. Это меня в основном предупреждали на этот раз. Почему-то. Я завязала. 60 плюс, типа они мы должны дома там права. Изолированы сидеть. А вообще-то мы в гробу належимся, нам осталось всего ничего. Да. Вот. Так что перед этим можно и походить, свежим воздухом подышать. Ну как это можно, людей вот так вот? Мы что, товар что ли, чтобы нам QR-код присваивать? Это товарный, ладно, знак, да, это, мы вот, нам сколько лет уже, мы уже прожили. Вот. Мы еще как-то проживем, может быть, как-то еще без QR-кодов. А наши дети, внуки, как будут жить, я вообще не представляю.